Так, вот переловил всех светленьких, то что на продажу. Белые сочи гульбадамы. Сейчас каждого по отдельности сниму быстро. Так, начнем. Самец. Глаза вот такие вот белесые стали. Плохо видит, но кушает все сам. Если кому-то надо, подарю. Так, белая, по-моему, голубка, потому что две голубки было из этой толпы. Кто из них кто, я, честно говоря, не знаю. Вот это, похоже, голубка. Так, вот это вот тоже, по-моему, голубочка. Так, это из молодых с этого года. Один глаз гульбадам, один глаз черный. Не долинял еще чуть-чуть. Из-под гульбадамов вышел. Самец, по-моему, будет крупный такой. Борзый сильно. Так. Так, подожди ты. Так, чубатый гульбадам. Глаза белые, все, чуб здоровый, хороший. Молодой. По-моему, самец тоже будет. Ноги здоровые. Так. Это взрослая голубочка гульбадамка. Она чубатая, бровястая. Ноги здоровые. Сейчас долинивает. Так. Это, по-моему, из молодых. По-моему, голубка. Не знаю, честно говоря, кто из них кто. Здесь вот красные перышки долинивают. Так, это вот гульбадам. Похоже, самец будет гладкий. Отец у него носочубый, мать у него двухчубая. Дали вот такого гладкого. Ноги хорошие. Глаз белый. Молодой тоже. Так, это еще пескунчик. Белый, двухчубый. Ноги еще пескунячие. Вот так толстоклювенький. Самчишка, наверное, будет. Может, самочка, не знаю. Чуб с подпорочкой. Так, сочи остались. Вот это, похоже, голубочка. Ноги хорошие. Здесь чуть-чуть обломанные. Немного черного совсем. Аксоч. Так. Вот это тоже, по-моему, голубочка. Из молодых. Ноги хорошие. Такой окрас. Так, это пескунята. Остались двое. Старопородный. Голубь, голубка, не знаю. Пескунчик еще. Ноги я обрезал, не обрезал, не помню. Чуть обломанные, а так вот они торчат здоровые. Так, подождите.
такой беспокойный. Так, и последний. Тоже пискуненок долинивает. По-моему, голубка будет. Не знаю. Вся в линьке. Башка лысая. Тихо-тихо. Ноги. Подожди. Покажи ноги. Так, ноги вот начали трубки перелинивать. Да, все.